Школа рядом с домом. В Югре продолжается строительство социально значимых объектов. Например, в Нижневартовске новые микрорайоны города остро нуждаются в хороших дорогах и учебных учреждениях. В этом году здесь готовится закончить строительство современной школы. Подробности у Михаила Светошева. За моей спиной новый микрорайон Нижневартовска в восточной части. А это школа. Крайне необходимый здесь объект, потому что почти в каждой семье, живущей здесь, есть дети школьного возраста. И для того, чтобы попасть на занятия, им приходится выбираться в другие районы города. Мы не попали в лицей, хотя мы живем прямо очень рядом с лицеем. Мы попали в 14-ю школу, там в каждом классе по 32 человека. Ну, как бы сами понимаете, да, нету своего кабинета, учителя делятся кабинетами. Новая школа рассчитана на 1125 мест. Подрядчики обещают закончить все строительно-монтажные работы уже в течение 3 месяцев. Замечательно. Мы очень рады будем, если ее уже откроют, потому что 2 детей уже в школу ходят. Далеко очень ходим пешком. А здесь вот живем, вот рядышком. Ой, ну хорошо, наши внуки или мои внуки будут, вот, пожалуйста, вышли. Это, конечно, они будут ходить туда далеко. И, во-первых, будут учиться в первую смену в одну, а не в 2 смены. Вместе со школой продолжается строительство восточного проезда. Здесь будет дорога построена по самым современным стандартам. Вместе с ливневой канализацией, освещением, велодорожками и парковочными местами. Проезд должен обеспечить транспортную доступность как школы, так и всех новостроек этих микрорайонов. Проекты входят в народную программу «Карта развития Югры». Окончание строительства запланировано на нынешний год. При этом учитывались пожелания жителей. Парковок не хватает. Парковочных мест мало. Стройки много, площадок мало. Когда введут в эксплуатацию уже строящиеся объекты, возможно, местные власти прислушаются и к другим пожеланиям жителей восточной части Нижневартовска. В микрорайоне не хватает. Ну, больше чего-то для детей, потому что выходим в основном с детьми гулять. Может, парк какой-то, чтобы выйти вечером прогуляться. Негде даже отдохнуть, чтоб надо идти туда куда-то. У нас нету такой вот парковой зоны или что вот в этом районе. Всего в Нижневартовске в этом году планируется возвести 9 социально значимых объектов, включая биатлонный центр со специализированной лыжной трассой и сквер в 18-м микрорайоне. Михаил Светошев, Сергей Зайкин, телерадиокомпания «Югра», Нижневартовск.